Генри, твоя эра кровавого террора должна закончиться. Ты дурак. Не хуже меня знаешь, что меня нельзя уничтожить. Заточи его. Зато тебя можно заключить в темницу из камня. Немедленно возвращайтесь в замок Вольфенштайн и сообщите Гиммлеру. Мы нашли его. Вы хотели видеть меня, майор? Капитан Блэцкович, входите. Вас выбрали. У ОСА есть сверхсекретная миссия. Они считают, что вы тот, кто им нужен. Это очень сложная миссия. Да, я хочу представить вам агента 1. Он расскажет вкратце о вашей миссии и даст вам указания. Добро пожаловать на борт, капитан. У нас не так много времени. Нас ждет транспорт в Северный Египет. Северный Египет? Почему именно туда? Но мы же не собираемся ругаться. Глава гитлеровского СС Генрих Гиммлер направил туда свои силы, и мы обязаны выяснить, почему. Я все объясню вам по пути. Паранормальная дивизия СС Генриха Гиммлера впервые была замечена здесь неделю назад. Хелга фон Беллоу прибывает сегодня, чтобы лично проконтролировать операцию. Наша задача — захватить Хелгу фон Беллоу и выяснить, что же так привлекло внимание Генриха Гиммлера. Нацисты расположились вокруг командного поста в центре города, здесь. А руины Алтскотта здесь. Хелга должна быть в одном из этих мест. Нам лучше разделиться. Согласен. Я займусь командным центром, а руины оставляю вам. Поймите, наша главная цель — это найти и захватить Хелгу фон Беллоу. Лучше, если мы останемся незамеченными для охраны. Хорошо? Поехали!
I'm not sure. My radio was acting up a few minutes ago, but I haven't been able to contact him either. Входите. Я здесь. В следующей зоне наблюдается какая-то активность, так что будьте осторожны, следите за местными. Ни нацисты, ни египтяне не рады вас видеть. Понял вас.
Helga is here now. She just flew in. Yeah, I'm sure the Major is overjoyed to hear that. Nein! He's been hiding in his office all day. I would be too. I am glad we are not stationed in the tombs today. Infidels! After curfew, and I haven't gotten to shoot anybody for weeks. Yeah, okay, but I think I'm in love. What's going on in here?
Franz, come in. Hello? Вы там? Да. Этот командный пост нацистов взять проще, чем я думал. Вы готовы войти внутрь? Я буду на крыше, чтобы помочь вам. Сделаем это. Я иду на летное поле за мостом, чтобы посмотреть, сможем ли мы напасть на Хельгу. Мне нужно, чтобы вы обследовали руины, потому что вход в нижние гробницы находится на летном поле. Если все пойдет хорошо, то мы встретимся с вами там. Stationed in this godforsaken place. Yes, there are no allies here. It is unbearable.
Эй, что вы нашли? Я только что закончил переводить иероглифы, которые мы открыли вчера. Я думаю, что мы нашли скрижали. Ну и почему мы все еще здесь? Мы должны быть осторожны, чтобы не потревожить гробницы. Рейх не интересуют гробницы. Тут написано, что гробницы защищены страшным проклятием. Это... Я могу убедить вас, что еще более страшно заставлять Гиммлера ждать. Поторопитесь! Меня ждет самолет, чтобы доставить меня назад в замок Вольфенштайн. Как пожелаете.
Это саркофаг. Откройте его! Я хочу посмотреть! Откройте его! Нет, мы не должны. Ha!
Quickly go! I think we lost him. Oh, thank God. Hey, where are we? I think we lost us too. Yeah!
Я рад, что вы все выполнили. Но произошло то, чего мы не ожидали. Вы могли бы мне сказать, я бы сам с этим справился. Конечно. Но мы и сами этого не ожидали. К сожалению, Хельга сбежала и сейчас уже находится по пути в Германию в замок Вольфенштайн. Я связался со штабом, и они приказали следовать за ней. Надеюсь, вы умеете на этом летать? Что, выглядит устрашающе? Мы почти на месте. Что там? Похоже, что это поле недалеко от замка. Вот оно. Хорошо, я вижу. Черт побери, что это такое? Здесь будет жарко, посмотри, где мы можем сесть. Мне кажется, у нас подбит двигатель. Я думаю, что смогу посадить самолет, но это будет опасно. Я надеюсь, что у нас получится. Поторопитесь! Быстро! Быстро! Они живы! Ненадолго! Отправьте их в замок немедленно! У них встреча с доктором Зи! Как прикажете, мой оберфюрер?